Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Ронок, Синод. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Мы скачали очень классный мод на динозавров. Ой, на драконов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас Мочилова и очень много драконов. Как, пацаны, вам дракончик? Очень большой. Ну, кстати, динозавры? Нет, это драконы летающие. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А ну-ка, пацаны, давайте. Я тоже постреляю. Как они вообще мочат? Так, кто-то использует читерское оружие. Так, енот, заходи, будешь сейчас тут банить всех. Ага. Потому что хочется понаслаждаться, они читерское оружие используют. Надо банить их. О, ну все. О, да. Так, рекер у нас, походу, и кто-то еще. Это вообще-то NPC, Димас. Не, удали его, он очень читерский. Okay. Очень. Так, нечестно. Давайте посмотрим, как они мочат. Ого. Нормально они машут крыльями. На, замочил. Получается, тот, кто по нему стреляет, тот и проигрывает. Ну, логично. Он ко мне летит. Ого. Где-то здоровые кабаки падают. Давай, с пулемета мочи его. Да, они живучки. Да, довольно-таки живучки. Было бы классно, если бы они еще воскрешали. Так, я видел. Он стрельнул огненным шаром своего рта. Ого, он улетел. Ты что там летаешь? Ого, он атакует, ты видел? Да. Офигеть, кстати, я не ожидал этого. Напишите в комментах, как вам вообще такой мод на драконов? Что-то сегодня листал NPC-шек, думаю, ну зайду я посмотрю, что есть из драконов. И нашел. Очень классный мод. А ну, мочкани меня. Ого, давай. Серьез, всем два оружия рулит. Уклоняйся, дракон. Ого, он же черным стал. Так, я вижу. Помните, игра такая была, надо было стрелять, короче. Куда стрелять? Многих игроков. Вот это жесть. Наверх посмотри. Вы видели, что на небе, пацаны? Вот это орда целая. Давайте оружку возьмем, постреляем. Ого, они атакуют, вот. Смотрите, что делают. Офигеть, по ним нельзя стрелять, это психи. В той боксе есть очень прикольное оружие. Ого. Когда их много, уже интересно, уже круто. Эй, легче. Гарри, смотри, сюда классная игра какая была. Главное себе что-то придумать. Слышишь, Димас? Да. Димас. Да. В той боксе, посмотри, там есть очень прикольная базука. Хорошо, возьму. Хочу, чтобы он меня атаковал. Во-во! Мимо, я промахнулся. Ого, его закрутило. Ты чё, легче, бухой? Ты чё как крутишься на месте? Лети. Эй! Ого, прикольно. Надо было еще, знаешь, такую оружку, типа лук скачать. Отлично, я убил его. Надо будет поискать лук, у которого можно будет еще менять стрелы. Ой, сколько в небе. Давайте еще вот этого высмокнем. Ладно, что, вовремя отпрыгнуть. Так, заряжаемся. Так, он хочет меня поймать. И я к вам присоединяюсь, бомбить. Давай. Потому что здесь такое у нас творится. Но мне нравится. Ой, это, пацаны, было мощно. Нет, на тебе за это. А давай, если мы тебя подстрелим в бошку. Меня убьете. Ого. Ты видишь, сколько их тут? Я вижу, я спрятался. Я запрячусь здесь. Слушай, давай проверим. Их убивает монетка. Да, убивает. Да, убивает монетка? Да, стреляй с оружки такого пулемета. Все, хорошо. Потому что с одного выстрела будешь их убивать. Да. А ну-ка. Но есть, ух, но все равно. Ты. Бульбазавр! Ого, тут динозавров лежит. Драконов. Вон, иди хавай. Хавайте бульбазавра.
Бесплатный бульбазавр. Что их еще сколько? Так что у нас вот это вот есть прикольная оружка? Так вон правый бульбазавр. Не знаю, попадаю, не попадаю. Эй, успокойся, ты чё? Машешь крыльями, ветер делаешь. Буду тебя наказывать. Так, тебе надо брать двустволку и идти прямо к ним вплотную. Да. Так, пацаны, сейчас. Для эксперимента. Не более, оно их не убьет. Я пошел синего бомбить. Ай, блин, не получилось. Давай. Бульбазавр, хватит тебе тоже убивать своих. Так, сейчас, подожди, оружку другую возьму. Стопэ. Ой-ой-ой-ой, на меня один загрелся. Под водой не видно. Нифига себе ты их поставил. Чего? Это уже мы убили троих? Много. А, троих только убили. Так, надо еще оружку взять, вот эту вот. Они меня затормозили. Я двигаюсь. Димон! Слишком много драконов. Не, нормально, чего? Что, нет, меня телепортируют, меня шатают, куда попало. Тебе надо вот это подстрелить, подонка. Слышь, ты чё не умираешь? А ну давай со снайперки попробую. Ой, падает красиво, смотрите. О, убил. А, это вы их морозите, чё вы их морозите, алё? Так нечестно. Как вы их морозите? Я думаю, чё они все такие синие, деревянные, падают. На они тебе пули. Пацаны, стреляйте по-честному. Со снайперки. Забаню. Правильно, еще раз бань. Чё увижу, я забаню. В голову. Чётко. Не пробиваем. Он на меня летит. Ой, блин, ну не успел отпрыгнуть. Тут это псих. Это хорошая винтовка, она сейчас попадала. Ого, видите, что он творит? Эти разбораживают всех драконов. Рекер. Воу. Успокойся, мужик. Они меня разморозят, я вижу. Вот это он за мной охотится, а. Не пролететь тебе сюда. 10 хп. Я плечу посмотрю. Это жесть. Не надо ставить порталы. Так, раздразнил его. И когда много, опасновато, да? Да. Если не ставить порталы, лучше сильно ставить. Кстати, от моих пуль остаются дырки. Да, я заметил. Я просто в пузы стреляю, вот не там целая дырка. Да блин, надо что-то другое взять, это очень слабо. О, вот, на. Убил? Да? Да, убил дракона, он на меня упал. Это я его. На, убил гранатой красной. О, гранатометик есть небольшой такой. Ну-ка. Два дракона уже мертвы, знаешь. Меня... Три дракона. Ой, на меня кто-то аглится. Так, давайте что-то еще покидаем. Прямо на дракона лупану сейчас. Я думаю, его убьет. Ой, красиво. Нет. Представляете, даже этот выстрел его не убил. Нет, не убило. Блин, печально. Так, чтобы нам взять такое. Я не могу попасть с ним с базуки. Во, оружка есть, пацаны, я вспомнил. Смотрите. Сейчас. Во. Мас. Умер. Взорвал дракона. Да? Да. Прямо у нас на базе. Это болящая его голова. Ну, иди сюда. Ой. Иди, базе, иди. Вот, уже пропал. Так да, они недолго. Это специально, чтобы не нагружать, да? Ну, наверное, а да. А смотри, у воды они просто там столпились. Взрывают. Блин, их не жгёт, когда они в воздухе. Его раскрутили. Они горят! Нет. Они горят! Офигеть, черный дым с них идет. Пойдет. Ты от огня никто еще не уходил. Во, я его тоже поджег.
Да, и меня ты сжёг. И Рона. Извините, пацаны, обстоятельства, но я их жгу. Да, да, обстоятельства. Так где ты там, обстоятельства, ходячие? Во! Гори, 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 мужик. Во, поджёг его. Так, это оружие тоже слабое, на самом деле надо другое взять. Надежка пошла. Так, это на... Давайте монеткой попробуем. Димас. Монетка. Димас. Да. Смотри на меня. Я сзади. Ой-ой-ой. Обстоятельство. Ты дурак, что ли? И дракон прилетел. Вот это жесть, что там творится. Ой, это что такое за супер луч? А, не надо. Плохо нельзя вселяться в него, было бы круто. А ты пробовал? Да, да, по-разному. А ну-ка, Димас, может, пора? Во, уже я это сделал. Во, они живы? Не знаю. А Сельда жив? Да. Наверное, все мертвые. Нет, меня он обстрел. Умер? Мне умер все. А как его возродить теперь? Так, 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 а давайте запустим ракету в небо. О, они же в небе. О, держите, подонки. Это будет красиво сейчас. Драконные взрывы. Ого, их откинуло в воду. Красиво. Ну, живые. Живые все равно. Хорошо, давайте вот это вот. А эти? Тоже живые. Я на сервере? Хорошо. Сейчас скажу. Да, ты на сервере. А у меня просто завис экран на взрыве. Да. Ну так бывает. А, Димас, на сервере. Так, подожди, подожди, подожди. Крашнуло. Все, крашнуло. Отлично, полетела ядерная бомба. Димас. Все, их убило. Трупейшины. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рубом ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!